У меня в холодильнике живут два товарища. Две божьих коровки. Вот одна. И где-то там вторая была. А, вон вторая. Я их нашла недавно. Мыла окна и между створками окон. Ну, наверное, это он и она уснули. Я их покормила апельсинкой. Ну, они в тепле проснулись, забегали и хорошо поели этим кусочком апельсина. И опять спать. Весной выпущу. Ну, я думаю, что я их весной выпущу и их сожрут стрижи. В общем-то, я приготовила весенний завтрак для стрижей. Ну, ничего, им нормально, хорошо.